Это бихарская чаша, но опять необычность в том, что она достаточно тяжелая для нее, и опять без загиба вовнутрь, то есть с прямыми и даже немножко раскрытыми как бы бортами, толстые стенки, что они хотели этим сказать. И тоже небольшая крошечная царапинка вот в центре есть. Тут она. То есть чаши ехали, терлись, и вот получились такие вещи. Это не углубление, это не сколы, но это небольшие царапинки, на которые раньше я просто не обращал внимания. Но сейчас уже я на это обращаю внимание. Вот. Вроде бы не совсем тигровый глаз, не совсем бихарская. В общем, видимо, какие-то эксперименты интересные, неплохие. Но хотелось бы и обычную бихарскую тоже увидеть. У нас пока одна еще есть. Ну, пусть будет разнообразие в таком виде. Всем спасибо. Сегодняшняя презентация сделана.